Приветики, продолжаем играть в Titan Quest. Я тут немножко походил в округе, да, вокруг этой деревни, на которой в прошлый раз остановились. Совсем немного, прокачал один уровень и выбрал новую специализацию. Теперь мы некроманты... А, кстати, не сохранилось. Вот так. Сила духа и сила земли, короче, я взял. Прокачал нашего мамонга, царя лича. До 10-го. Ну что ж, продолжим наше шествие. Путешествие. У нас уже почти 100 тысяч. О, зомбионы. Откуда их столько ползет? Гори, гори, ясно. Это что, битвы? Давай, убивай всех. Пулемет Калашникова. Ух, нифига вас тут. А ничего, мой лич справится. Вот так. Тычки сраные. Птички вообще с одной тычки. О, птички с одной тычки. Умирают. Птички. А, опять что-то. Так. Что-то какие-то бывают лаги. Заходишь и вот почему-то вот так вот вещи не это, не показываются. Убивай их, убивай. Промазал еще, вообще капец. Ну, лич ты косой. Ну, смотри-ка, тут что творится. Вообще вот не представляю, туда, не туда я иду. А, тут почему-то посерело, типа. А, это типа до этого проходил. А этот сейчас прошел или что? Почему так? Серая часть карты. А, там, наверное, мобы возродились. Да. Из-за этого она серая. Воу. Какие-то прокачанные немного были. Не умирать, не умирать. Не умирать. Там внизу какая-то мега гарпия. Гарпия перешейка. Сирена. Сразу умерла. Просто пиз. И все. Больной перо. Мне, по-моему, шкура вепря еще одна осталась. Из пяти, и тогда я могу собрать их. Пока что только не понял, как собирать. Я думаю, по пути разберемся. Нашел вот такой топорик крутой, обсидиановый серп называется. Но пока не могу его использовать. 13 уровень нужен. Учитывая, как тут медленно уровни... Мегарский обрыв. Как медленно здесь уровни качаются, это будет не быстро. Лич сзади атакуй.
Сколько тут этих ворон гребаных? Оу, нифига. О, там, смотрите-ка, внизу как кто-то есть, тоже ходит, да? Ящеры, люди какие-то. О, чистое перо. Еще одно. Аж палец устает нажимать. Мне что-то мне подсказывает, что... А, нет. Вроде бы правильно. Если только вот сюда не надо, то вроде как я правильно иду. О, мне надо, лазутчик. Мне надо, мне надо. Так, 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 так. Вход в пещеру, вот там где-то вход в пещеру. Черт. Давайте возвратимся, пока недалеко, а то потом я точно забуду, что там пещера. А уровень для нас сейчас очень важен. Чем больше уровень, тем сильнее мы. А, так а тут нет спуска туда. Где? Или вот здесь где-то. Ну вот, точно, вокруг надо обходить вообще. О, тут еще что-то есть. Ой, чумных, чумных, чумных надо. Нужен. Куда-то мы пришли, что? Все парни на меня. Ох, сколько вас. Война. Эх, быстро закончилось. Толпы врагов оказались. Ну давай, заходи. Да, понятно. Не такими уж страшными они оказались. Лодочка. Так. Вот где-то здесь. Вот вход. Я, наверное, посох возьму. Золото, булава.
Сколько ловушек? Я избежал из-за своей жадности. О, сущность золотого руна. Этот мифология. Я так понял, это золотой рун — это такая греческая мифология у нас, да? Сейчас все греческое. О! Тихо. Мне же 14 левела. Что случилось? Слип дали. Ты его убил? Класс, сущность полумесяца Гекаты. Мне показалось, или некоторые по два раза вставали? То есть, типа, тоже есть заклинатель, который может поднимать? Смотрите! Так, хилимся. Вот эти уроды, по-моему, уставали дважды. А, я слышал звук его. Чик-чик. Так, средняя бутыль. Так, ученический венок. Так, а для этого мы делаем вот так вот. Летим в Спарту. Все, продаем. Мне вполне хватает покупателей спартанцев. Быстрее, что ты хочешь? Ну, немного я хочу. Денег я хочу. Просто все без разбора скидываю, потому что пока так. Прощай. Погнали. Прощай, мужик. Мы скоро левел апнем. Так. И что, и все? О, оп. Непробиваемый венок и денежки. Все ясно. Сидиус. Почему он так поздно показался? О, сундук. Деньги. Нужно больше золота.
тебя там из мужика вывалилось. Зомби-ветеран. 14 левел. Вот этого давай. Во, красавчик. Баклер какой-то крутой, зеленый. Золото, золото, you have золото. No more room. Типа я опять переполнен? Во. Чё я мучаюсь? Есть автосортировка. Ну и всё. Сюда. Эх, это бы все бы разом собрать да продать. Тут нужен носильщик. Чухался. Ну, до левела чуть-чуть не хватило. О! Ворона откуда-то. Гарпия. До этого их тут не было, ведь проходил. Куда-то вылезли. Вот как туда спуститься? Ладно. Думаю, пойдем дальше, найдем Шингетсу. Сюда. Лагерь Минат. Лагерь Миладзе. О, нифига у них тут кристалл. Воу, лич, действуй! А то мне что-то больно. Фух, это было близко. Как коты. Они, наверное, есть коты, кстати. У них и хвост, и вроде как уши. Шлем Игл. Игил. Шлем Игил. Давай. Так, ну, нам надо к берегу. Побережье Мегар. Береговой Ихтиан. Ихтиан. Не Ихтиан, а Ихтиан. Эх вы, ихтиандры. Ура, 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 ура. Золото, золото, кольцо. Сидиус разрушений. Замедление скорости.
Лагобон. Так, знаете, надо, походу, опять лететь в Спарту продавать. Да я понял, что no half твой room. О. О, Мигары, я почти дошел. Он же сказал, что на Мигары надо. Это побережье Мигары, мы почти дошли. Почти третья глава выполнена. Ой, да, третья глава, да. Третья глава первого акта. Да, фиг да. Кольца тебе, и это тебе. Авто этот продать. Авто хорошо. Этот, вот так вот, все. Да, неплохо, я тоже так думаю. Ага. Так, теперь подбираем Лагобон, Сидиус, и Баклер стойкости подбери. Вот так. Обломки. Убить! А это был звук левела. Человека-зверь. Преданный слуга. Так. Золото, золото, бутыль, бутыль, баклер. Отлично. Неплохо так зарядились. Продолжаем свое путешествие. Эх, море, море, чистый берег. Только ихтиандры бегают по песочку. Оу! Какой-то отравленный был, походу. Фигня. Здравствуйте, нежить. Надо что-то массовое брать уже, потому что их становится все больше и больше, этих тварей. О, еще одна сущность золотого руна. Руна. Призраки. Золото, золото. Костюм ловкости. Ай-яй-яй-яй-яй. Бей этих уродов. Сейчас для нас важно деньги. Не знаю зачем. И так вещей до хренища падает. Но деньги тоже нужны. Денег много не бывает. Разупокоенный полководец. Да, тут пока так идешь, толпа врагов, так я еще левел возьму сейчас, может быть. Баночку. Корабли, обломки так прикольно сделаны, глазик какой-то. О, черепахи. Фига они быстрые. И крепкие. Что за медлялку кидают? Черепашки-ниндзя. Teenage Mutant Ninja Turtles. О! Бутылок уже 23 для откила набрался, это очень классно. Деньги.
Метательный факел. Факел это метательный? Может, стоит прилично? Ты в кого там? А этот берег длинный. Ужас, какой длинный. И я чуть не просрал сейчас, потому что я не видел. Все понятно, у тебя, короче. Уже почти все заполнено. Ой, окажись, до чего-то дошел. Что-то мне не показалось, чего это было. О, это мигары. У-ху. Мы дошли до мигар. Не прошло и полгода. Your inventory is full. А, так я и так полный. У моих сундуков самые надежные запоры. Запоры у тебя самые надежные. Две из трех золотого руна сущности у меня. Сущность полумесяца. А кстати, почему-то вот здесь постакали золотое руно. А вот, например, где. А вот такие почему-то. Вот шкура вепря, две у меня их. Они почему-то не стакаются. Или они не должны стакаться? Хранилище реликвий. А, смотрите-ка, можно между персонажами шмотки передавать. Здесь реликвии. У ваших персонажей общее хранилище реликвий. Где они держат свои реликвии? Амулеты, артефакты, рецепты. Вы можете хранить, таскать предметы, которые не помещают в вашем инвентаре, чтобы забрать или положить. Все понятно. Снял это пора, пока положу до 13-го левела мне. У нас неприятности. Не понадобится. Сейчас их у всех хватает. Опять неприятности. Конечно, кентавры и сатиры — это все плохо. Но для нас самое худшее — ожившие мертвецы. Каждую ночь они собираются у стен города. Каждое утро мы обнаруживаем сожженные поля и убитый скот. Набеги скелетов. Так вот кто победил кентавра. А я думал, что так. Да, понятно. Никто не знает, почему появились чудовища и чего они хотят. Так, этот разбиратель, ты чего знаешь, хочешь? Я и сам здесь недавно. Мы шли в Афины на военном корабле, когда песня сирен свела экипаж с ума. Неуправляемый корабль налетел на скалы. Я упал за борт. А затем волны выбросили меня на берег вместе с остатками нашего груза, оружием и золотом. Кораблекрушение. Добро пожаловать, добро пожаловать. Я не сомневаюсь, что у меня ты найдешь все, что тебе нужно. Да, конечно. Только мне нафиг ничего твоего пока не нужно. Мне нужно, чтобы ты просто у меня все купил. Вот так больше вот, отлично. Ничего не вот надо. Тебе загадка. Когда посох сильнее меча? Ответ прост. Когда он в умелых руках. Ну что, уже все? Да. А что, ты еще хотел чего-то? Тебя прислал Лен. О, Тимон. Наверное, он очень занят, если не смог приехать сам. Чудовища заполонили всю Грецию, не только Спарту. Возможно, Оракул знает, что кроется за этим нападением. Чтобы получить пророчество Оракула, нужно преподнести дары. Найди ветвь священного оливкового дерева и принеси ее в дар великому дельфийскому Оракулу. Правители всего мира прислушиваются к его предсказаниям. Оливковое дерево ты найдешь в роще,
над Геликосским перевалом по дороге в Дельфы. Береги себя. Классно. Зажгли портал. О, дополнительно. Вас наградили рюкзаком, и в инвентаре появились новые дополнительные слоты рюкзака. Ничем не отличается от обычных слотов инвентаря, вы можете использовать по своему усмотрению. Ох, как классно! А побольше сумку нельзя? Знаете, то, что я выбиваю, тут, не знаю, надо миллиард на сумку, не миллиард слотов. Защитные чёточки. Так. Поместье Мигар. А где он говорил? Где вот эти квесты? Блин, они на карте даже не отмечаются. Про мертвецов-то он говорил. О, опыт. Бьем. Пока баф не закончился. Убей. Во. Кошки драные. Да, погнали туда. Да, быстрее у нас баф. О, там каратист такой. А, это маг. Это маг. Такой Саб-Зиро стоял. С палкой. Это, наверное, про эту нежить говорил. Дом сожжен. За Хасмадан. Эксгумированный морозный лич. А там вот, наверное, калибокрушение, да. Кораблекрушение. Уже язык заплетается, все. Ржавый топор. Малая бутыль заживляющего снадобья. Сундук. Лич вообще отрабатывает свои вложенные очки прям по-капитальному. Щелкает, как орешки, эту нежить. А, кстати... силу вложиться, потому что у нас по сути все остальное качается бафами. Интеллект и ловкость качаются бафами. Тихо. Как хорошо, что тут звук есть этого, что у тебя типа 100 хп осталось. Тюнь, щелкающий. Очень помогает, как бы, когда ты не следишь за здоровьем.
Я зачистил поля, а чего дальше-то мне? Квест засчитался, нет? Непонятно немножко. Пять пауки, пауки. Чёртовы арахноиды. Так, это в эту сторону. Проверим, что здесь. Обрыв, гарпии. Воронье, воронье. Тут такая что-то это. Хе-хей. Такая музыка тихая, такая тун-тун-тун-тун. Птички поют. Если бы не пауки, прекрасно, можно хоть пикник можно делать. Пикничок, пикничок. Это точно пикничок. А тут что? Так, пауки. А мы встретим, интересно, когда мы, наверное, в конце первого акта какого-нибудь мега-босса то встретим. Хочется какого-нибудь мега-босса увидеть уже, Титана. Здесь была ожесточенная битва между людьми и чудовищами. Во время боя внезапно с ревом и рыканьем появились циклопы и разрушили мост. Мы пытаемся его восстановить, но дорога в Афины будет открыта не скоро. Ясно. Тут дорога в Афины. Из Мигар дорога в Афины. А я вообще куда двигаюсь? Или я в Афины и двигаюсь? Что-то, видимо, да. Ну-ка, прикрывай меня, мужик. А, я в Дельфы отправляюсь. Я в Дельфы. Не в Афины, а в Дельфы. Лимос, пожиратель жизни. Ох, как тут. Давай. Не отлыниваем, качаемся. Так. Ну, слава богу, теперь сумка большая. Кого-то убиваю там, в лесу не видно даже. Хочу босса. Какого-нибудь крупного босса. Так, значит, нам сюда это 100%. Новый лабадон, лабадон, лабада. Ух. Работаем за двух, силимся.
больное перо. Сундук. Мертвецы. Сколько всякого-то интересного-то. Зелье, деньги, венки. Опять сущность полумесяца. О, разрушенный какой-то этот Парфенон. Древние руины. Ладно, наверное, не пойдем в древние руины. Закончим здесь, я думаю, вот так вот. В общем, продолжим уже в следующем выпуске, да. Дойдем наконец до Дельф. Там все так медленно движется из-за того, что мобов дофигища, хочется везде и побегать, и покачаться. И... Ладно, в общем, всем спасибо за просмотр. Всем пока.